просто изучаем друг друга, и его договор о сотрудничестве. Хотелось бы, чтобы это было разноплановое сотрудничество, вот хотя бы так, как с Венгрией. Мы заключили Кёрмен, вот там мы начинаем сотрудничаем очень серьезно в бизнесе, там, в экономическом плане, в культурном плане, в спортивном плане. Вот это, мне кажется, что самый такой удачный договор, который мы заключили о городах-побратимах, и мы работаем. Сейчас мы уже не рискуем, скажем так, подписывать договор о городах-побратимах, потому что мы их плохо знаем, они нас плохо знают. Они вышли с инициативой на нас, чтобы мы заключили с ними договор о сотрудничестве. Поэтому мы попробуем сотрудничать, и если мы увидим, что это действительно перспективно, что это взаимоинтересно и для Коварны, и для города Южного. Нас объединяет Черное море. Если мы, например, с Димитровградом заключали договор, нас больше объединяло как промышленная зона, это завод, а здесь уже больше как туризм. И для нас очень важно иметь город такой для сотрудничества из Европейского Союза. Например, у нас уже есть один город, это Кёрмен, второй город, вот, они тоже работают в плане программ европейских, это Коварна. А для того, чтобы мы заключили или подписали какой-то договор с Европейским Союзом о инвестициях, так, о каких-то грантах, нам нужно поддержки двух городов из Европейского Союза. Я думаю, что если мы найдем точки соприкосновения из Коварной, поэтому они нам помогут в плане того, чтобы мы работали с Европейским Союзом.